Понтифик принимает поздравления папе римскому Франциску. Сегодня 79. Хорхе Марио Бергоглио родился в Аргентине в 1936 году в семье итальянских эмигрантов. Он взял имя нищего святого Франциска Ассизского. Глава римско-католической церкви провозгласил бедную церковь для бедных людей. Понтифик выступает за восстановление мира и не раз заявлял о безвинных жертвах войн. Самым громким его выступлением по этому вопросу стало о Третьей мировой войне, уже идущей по частям. Франциск первый был избран на престол 13 марта 2013 года.